Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 338. Нас просят выполнить умножение. Итак, один из множителей по цифре 1 является смешанным числом. Смешанное число преобразуем в неправильную дробь. Вспоминаем, как это делать. Целую часть умножаем на знаменатель. К полученному произведению прибавляем числитель. Это будет числитель неправильной дроби, а знаменатель переписываем. Итак, по цифре 1. 9 у 5 – 45. 45 плюс 3 – 48. Записываем в числитель. А знаменатель 5 переписываем. Итак, 9,3 – это 48 пятых. Умножаем на 10/21. Воспользуемся правилом. Произведением двух дробей является дробь, числитель которой – произведение числителей, знаменатель – произведение знаменателей. Итак, дробь, числитель которой – произведение числителей 48 умножить на 10, а в знаменателе – произведение знаменателей 5 умножить на 21. Сократим нашу дробь на 5. В числителе 10 делим на 5 – это 2, в знаменателе 5 делим на 5 – 1. И 48 и 21 делится на 3, потому что 48 – сумма цифр равна 12, делится на 3, значит, и число делится на 3. 21 сумма цифр равна 3, значит, число 3 делится на 3, значит, и 21 делится на 3. 48 делим на 3. 48 – это 30 плюс 18. 30 делим на 3 – 10. 18 делим на 3 – 6. 16. 21 делим на 3 – это 7. 16 в числителе умножаем на 2, получаем 32. 10 умножили на 2 – это 20, 6 умножили на 2 – 12, 20 плюс 12 – 32. А в знаменателе 1 умножаем на 7 – это 7. Так как числитель больше знаменателя, то это неправильная дробь, выделяем целую часть. 32 делим на 7, берем по 4. 7 и 4 – 28, а 32 отнимаем 28, получаем 4. Это числитель, а 7 в знаменателе переписываем. 4,4. По цифре 2. Смешанное число 3,11 преобразуем в неправильную дробь. 3 умножаем на 12. Это 36. 36 плюс 11 – 47. Записываем в числитель. От знаменателя 12 переписываем. И умножаем на 9/94. Произведение двух дробей – это дробь. В числителе произведение числителей 47 умножаем на 9, а в знаменателе произведение знаменателей 12 умножаем на 94. Итак, обратим внимание, что 94 – это число, которое делится на 2. Представим его в виде слагаемых. 80 плюс 14. 80 делим на 2 – это 40, 14 делим на 2 – 7, поэтому 94 – это 2 умножить на 47. Числители и знаменатели можно сократить на 47. В числителе 47 делим на 47 – это 1. В знаменателе 94 делим на 47 – это 2. И 9 и 12 делятся нацело на 3. В числителе 9 делим на 3 – это 3. В знаменателе 12 делим на 3 – это 4. И получаем дробь. В числителе 1 умножаем на 3 – это 3. В знаменателе 4 умножаем на 2 – это 8. 3 восьмых. По цифре 3. Преобразуем смешанные числа в неправильные дроби. 1жды 7 – 7, 7 плюс 5 – 12. Числитель 7, знаменатель переписываем. Итак, 12 седьмых – это 1,5 седьмых. 6,1. 6 у 8 – 48, плюс 1 – 49, а знаменатель 8 – переписываем. И пользуемся правилом. Произведение двух дробей – это дробь. В числителе произведение числителей 12 умножаем на 49, а в знаменателе произведение знаменателей 7 умножаем на 8. А теперь сократим наши дроби на 7. В числителе 49 делим на 7 – это 7, в знаменателе 7 делим на 7 – это 1. Теперь сократим 12 и 8. Оба числа делятся на 4. Сократим дробь на 4. 12 в числителе делим на 4 – это 3. В знаменателе 8 делим на 4 – это 2. Итак, в числителе 3жды 7 – 21. В знаменателе 1жды 2 – это 2. Дробь неправильная. Выделяем целую часть. 21 делим на 2 – 20. 10.
10 умножаем на 2 – 20, от 21 отнимаем 21 и переписываем знаменатель. 10,1. По цифре 4. 3,5 преобразуем в неправильную дробь. 3 – 9 – 27. 27 плюс 5 – 32. Числитель записали, знаменатель 9 переписываем, умножить. 5 4 – 20, 20 плюс 1 – 21. Это числитель и знаменатель 4 переписываем. Итак, произведение двух дробей – это дробь. В числителе произведение числителей 32 умножить на 21. А в знаменателе произведение знаменателей 9 умножаем на 4. Сокращаем нашу дробь на 4. В числителе 32 делим на 4 – это 8. В знаменателе 4 делим на 4 – это 1. Сокращаем дробь на 3. В числителе 21 делим на 3 – это 7. В знаменателе 9 делим на 3 – это 3. Итак, в числителе у нас 7 – 8 – 56. А в знаменателе 3 – 1 – это 3. Выделяем целую часть. 56 делим на 3. 56 можно представить как 30 плюс 26. 30 делим на 3 – это 10. 26 делим на 3 – берем по 8. 3 – 8 – 24. А 26 отнимаем 24 – это 2. Итак, 18,2. Кому сложно, можете это сделать в столбик. 56 в столбик разделите на 3. 5 делим на 3 – берем по 1. 3. От 5 отнимаем 3, остаток 2, сносим 6, 26 делим на 3, берем по 8, 3 – 8 – 24, находим разность и остаток 2. 18 записываем в целую часть, остаток 2 в числитель, а знаменатель – это делитель. 3 переписываем в знаменатель. Итак, дальше. По цифре 5. 1,13 преобразуем неправильную дробь. 1 умножаем на 15 – 15. 15 плюс 13 – 28. В числитель знаменатель 15. Умножаем на 5 восьмых. 2 – 7 – 14. 14 плюс 2 – 16. Числитель и 7 – знаменатель. И воспользуемся правилом. Произведение дробей – это дробь. В числителе произведение числителей 28 умножаем на 5 и умножаем на 16. А в знаменателе произведение знаменателей 15 умножаем на 8 и умножаем на 7. Сокращаем на 7, потому что и 28, и 7 делятся на 7. 28 делим на 7 – 4 в числителе, 7 делим на 7 – 1 в знаменателе. 5 и 15 делится на 5, сокращаем дробь на 5. 5 делим на 5 – 1 в числителе. 15 делим на 5 – 3 в знаменателе. 16 и 8 делится на 8, сокращаем на 8. 16 делим на 8 в числителе – это 2. 8 делим на 8 в знаменателе – это 1. И получаем в числителе 4 – 2 – это 8. А в знаменателе 3 умножить на 1 и на 1 – это 3. 8 третьих. Неправильная дробь, выделяем целую часть, 8 делим на 3, возьмем по 2, 2 – 3 – 6, от 8 отнимаем 6, это 2, и переписываем знаменатель 3. И последнее, шестое задание. Преобразуем смешанные числа в неправильные дроби. 2,1, 2 – 4 – 8, 8 плюс 1 – 9, в числитель 9, в знаменатель переписываем 4. Умножаем на 16 – 27 и умножаем на смешанное число, преобразуем неправильную дробь. 4 – 3 – 12 плюс 1 – 13 и знаменатель 3 переписываем. И теперь произведение дробей есть дробь. В числителе произведение числителей 9 умножаем на 16 и умножаем на 13. А в знаменателе произведение знаменателей 4 умножаем на 27 и умножаем на 3.
сокращаем. И 27 и 9 делится на 9, сокращаем на 9. 9 делим на 9 в числителе 1. 27 делим на 9 в знаменателе, это 3. И 4 и 16 делится на 4, сокращаем дробь на 4. 16 в числителе делим на 4, это 4. 4 делим на 4 в знаменателе, это 1. И тогда в числителе у нас будет 4 умножить на 13. 4 умножаем на 10, 40. 4 умножаем на 3, 12. 40 плюс 12, 52. А в знаменателе у нас будет 1 умножить на 3 и умножить на 3. Это будет 9. 52 девятых. 52 делим на 9. Давайте сделаем это в столбик. 52 разделим на 9. И возьмем по 5. 5 у 9 – 45. Потому что если вы взяли по 6, 6 у 9 – 54. Это больше, чем 52. От 52 отнимаем 45. От 12 отнимаем 5 – это 7. И получаем 5,7. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.